Центральный банк предложил ввести в обиход так называемые КИДы, ключевые информационные документы, в которых должны отражаться все риски и вся суть этих дополнительных продуктов. Конечно, клиенты и в этом случае могут что-то не читать, но в данном случае здесь можно только призывать клиентов быть внимательным, потому что речь идет об их деньгах, особенно если это ситуация, когда клиент недоволен низкими ставками по вкладам, хочет вложить деньги в какой-то инвестиционный продукт, может быть, он даже сам слышит то, что хочет услышать, да, что он получит больше процентов и риска нет. А на самом деле получается, что может получить и меньше, чем по вкладам, да, и риски определенные есть. Вот для этого и можно эти документы очень хороши, потому что это отдельный какой-то документ, который клиент, в принципе, должен, в моем понимании, обязательно прочитать.